по Тимирязевскую линию, выход к Савеловскому вокзалу и железнодорожной платформе Савеловская. This is Savelovskaya. Change here for line 9. This train terminates here. Конечная. Поезд дальше не идет. Мы прибываем на станцию Савеловская. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда линии. Не забывайте свои вещи. Пока конечная станция. Скоро линия будет продлена дальше в сторону Мариной Рощи. Поезд, тем не менее, едет в тупик, чтобы начать движение в обратную сторону, в сторону Рассказовки, либо от центра. Кстати, изначально эта станция носила проектное название Нижняя Масловка по расположенной рядом улице. Вот уехал поезд, а мы посмотрим, какое здесь оформление. То есть здесь не стали делать дополнительные облицовки, а сделали туннель, как он есть. Тем не менее, сзади уже виден следующего поезда. В ту сторону переход на Серпуховско-Тимирязевскую линию. А на этом пути поезда в сторону делового центра и Рассказовки. Ходят они, по-моему, один через три. Или один через два. Вот здесь показано, через сколько и в какую сторону приедет поезд. Так, здесь у нас выход к Савеловскому вокзалу. А мы, наверное, пройдем к выходу. Там, не ошибаюсь, к Нижней Масловке. На Нижнюю Масловку со старой Савеловской выхода не было. Можно на паузу ставить. 20 декабря 2018 года открыты станции. Ей сейчас меньше года. Как на новых станциях принято. Никогда не было. Принято выкладывать фотографии со строительства. Подвиг рабочих бригад. Да, здесь в этом месте грунты обводненные и все станции глубокого заложения. Также там и Марьина Роща, и Дмитровская, и многие другие окрестные станции. Так, сейчас будем подниматься по эскалатору. Так как он длинный, поставим на паузу, потом продолжим. Ну вот, прошли практически эскалатор. Посмотрим, какой он длинный. Сейчас будем выходить из метро.
Так. Ну что, у нас сторона бутылки. Бутырки. Оговорка по Фрейду, как говорится. Так, вот она у нас, нижняя масловка. Так. Да, действительно, вышли на нижнюю масловку. И это часть садового кольца. Ой, третьего транспортного, конечно же. Прямо пересечение с бутылкой. И посмотрим еще в обратную сторону.